Дизлайк. А что, без мата, да? Backlist in your area. Если вы увидите целый ряд с каменным лицом, это мы. Ну что, спустя долгое время два додика выезжают в путешествие. Мы еще не выезжаем, еще просто стоим, пока мы не готовы. Пипец, я шла и такая думаю, ну, наконец-то я уеду из Екатеринбурга. И это будет не Челябинск. И это будет не Челябинск. Команда Blacklist приезжает в Пермь на чемпионат. И сегодня 23:30. Я нахожусь еще у себя дома в Сесерте. Выезжаю за девочкой в город. И потом мы едем на машине. Что вы скажете в свое оправдание? В смысле? Это не это я, кто? Апату. А это Маша. А кто это у нас тут такой? У нас группа подростков. Посмотрите, кто идет. Вы что, все в шортах? Вы что, команда? Вы что, из одной команды, реально? Вы что, из одной команды? Вы что, все в шортах? Ей, семейная поездка. Так, оттуда встаем. Да, Челябинск. О! Что это за песня? Сейчас поймется. Дорога в этом в ремонте. А так нормально. Девчонки храпели. Вот так. Я слушаю, просто у меня глаза закрыла. Это седьмая участница Blacklist. Что ты скажешь? А? Да. Что, поехали? Концерт платный. Чтобы увидеть дальше, покупайте подписку. Да. Ссылочка номер, в описании. Номер карты. 4-5. Вторая часть поездки. Половина пройдена. 50% загружено. Поехали дальше. Поехали. Можно было бы ездить так, чтобы жопа не становилась квадратной. Можно было бы всю жизнь ездить.
спасите. Какие-то додики. О, подождите, о, это что за фрики? О май гад, это блэклист. О, нет, они тоже в шортах. Должен быть мой мент. Не постанова. Герои. Герои славы. Отсюда ехать, все живы, все здоровы. Мама, все гнезды. Вот она машина героиня. Этой попкой крутила по всему Свердловску. Так, давайте, сейчас девочки будут бомбить. Дизлайк. А что, без мата, да? Нет, с матом. Ты запикаешь? Нет. Пришли мы, значит, купить, попить себе кофейку, заправочки, Газпром. Собрание на улице тепло. На улице тепло. Что за собрание? Что у вас? Что за собрание у вас? Да, на улице тепло, на улице можете пописать. Я же, мы такие, да ничего не случилось. То есть, типа, начало ты так, короче. И в конце, да ничего не случилось. Лиза, ты мем какой-то. Давайте искать еду. Она как дед. Лиза! У нас здесь не собрание. На улице тепло, там можешь посмотреть. Поедешь так. А что не заходим? Ты что так не сделала? Как надо? Сначала. Чувак. А, вот что-то я нашла. А, это была не. Я уникальна, между прочим. Что это? Приехали мы в KFC. Написано черным по белому для русского человека. Добро пожаловать, заходи, жри. И знаете что? Ой. Там закрыто. Я подхожу к каким-то двум мужчинам рабочим. Ну, видимо, они тут с завода пришли чисто покрасить. И знаете, что они говорят? Девушка, так все закрыто, время 7 утра, ты что, вообще что ли, иди гуляй дальше там, тусуйся. Вот мы и гуляем. Вот мы и гуляем. Голодная, обиженная, брошенная, где кубок за первое место, не пойму. Насчет того, что нас блоклист кинули. Вообще бесило. Обидка. Как ваши дела? Стоишься? На прогон. Хочу сегодня просто кайфануть. Кайфануть? Просто насладиться мероприятием. Кайф ты поймала. Тебя всегда мало. Ты не представляешь, какой тебе. Ни о ком не забыли. За сердце. Сейчас прогонимся и пойдем есть. Ура. Пить, есть. Очень хочу есть. О, привет. Фамилия, имя, Зубенко Михаил Петрович. Демиле. Вор закон. Скажите.
Lost within a dream, trying to find the answer to the question, and it seems that love makes the world feel good. Singing in the moonlight, dancing in the rain. Let the sun shine through to lift your spirit once again, cause love makes the world feel good. Chasing after rainbows somewhere in the sky. Ну что, девчонки, приготовились? Вот такие красивые макияжи. Вау! У вас такой макияж? Вау! Вау! А, ты снимаешь? Да. Фоткаешь? Вот, да. Кому-то на работе сейчас. Я хочу с тобой, блядь. Слушай, вот слышишь музыку, танцуем. Давай, работай на камеру. Больше эмоций, эмоций. Техника, техника. Уже будем выступать или нет? 3 часа? Нет. Я думаю, что нет. Нет. Что, как там у этой дела? Девочка спит. Она устала, она тоже не выдерживает. Она не в ресурсе. Она в шоке. Организация просто перед удивляет. Лиза, как дела? А там я родила. Маша, как дела? А? Не родила. Мне кажется, у меня глаза все красные. От слез. Это слезы. И мы начинаем «Бани Гопни» второй блок. Наконец-то. Наконец-то. Если что, там Лера спит. Все, нет, стоп, давайте хоть. Мы же шутим, она вам смеется. Ну, это моя виновата. Ой, как же так? Только не плачь. Это кек. И это кек. А еще? Вот это кек. Два кека в одном лице. Мы выступили. Пошли покушать. У нас у Наташи дебют был сегодня. Все знают. Теперь все знают. Подожди, вот так надо. Это мой любимый ракурс. Наташа, расскажи впечатление о дебюте. Мне было так страшно, я думаю, я обосрусь на сцене, если честно. Мне прямо блин, так... мы выходим, а я тебя еще по жопу прости, пожалуйста. Мы выходим, Лиза на меня смотрит, такая, вообще срать хочу я. Вот, я потом вышла, у меня просто голова вот так отключилась, я просто видела Машу ботинок, встала около него вот так, и все, и такая... Вот с таким лицом, и вообще все было супер. Потом вообще класс было. Я 2 раза чуть не упала, но нормально. Я один. Девчонки классные. Упала. Второй. Да, Маша. По Лере походила. А вы что скажете маме? Закончился. Выга. Та-д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 а
Да-да-да, кресты вокруг себя, ага. Опа! И дудка, дудка, тру-ру, тру-ру. Умнички, детки, молодцы, молодцы. Девчонок домой собираем. Да я не уже уеду, я хочу. Лиза! О май гад. Оно снимает? Да. Зовите в гости. Да, другой сценарий. Шведская семья. Нам очень интересно. На бизнес. Я не могу. Я игроман. Я не вижу, что снимаю. Это я сделал. Понятно? Ну, в общем, не скучаем. Оранжи. Да, пару слов. О май гад, а это кто? Кто это сказал? Что? Кто это сказал? Я вообще ничего не понимаю. Чьи-то слова были? Я ничего не поняла. Если вы увидите целый ряд с каменным лицом, это мы. Пришли эти критики диванные. Блин. Не хочет. Она просто в гости напрашивается. Хочет, чтобы я еще не кормила. Лучший водитель, просто водитель плода. Запомните этого человека. Trying to find the answer to the question, and it seems love makes the world feel good. Singing in the moonlight, dancing in the rain. Let the sun shine through to lift your spirit once again. 'Cause love makes the world feel good. Chasing after rainbows.